Уровень безработицы в Чувашии продолжает держаться на прежней отметке ниже 1%. Несмотря на экономические сложности, органам власти удается контролировать ситуацию на рынке труда. Соотношение количества вакансий соискателей примерно 3 к 1. 6500 вакансий предлагает только Центр занятости населения города Чебоксары. Здесь же можно пройти профессиональное обучение и получить дополнительную профессию. С подробностями Родион Архипов. С начала года общее состояние на рынке труда столицы Чувашии стабильное. Дефицита вакансий нет. Всего их порядка 6500. Несмотря на то, что в этом году количество безработных по сравнению с началом прошлого года увеличилось на 200 человек, повода для беспокойства нет, считают в столичном центре занятости населения. С учетом экономически активного населения в 290 тысяч в городе Чебоксары, это, конечно, не тенденция, эпизод. Такие эпизоды, они связаны с миграционными процессами, сезонными явлениями, с обычной жизнью, то, которое есть. Мы выдерживаем контрольные цифры, те, которые нам установил Министерство труда и социальной политики Чувашской Республики. Вот. И в целом ситуация нами контролируется. В прошлом году центром занятости населения города Чебоксары трудоустроено более 15 тысяч человек. В летний период в свободное от учебы время обеспечены работой более 4 тысяч несовершеннолетних. Наиболее востребованы на рынке труда по-прежнему остаются строители, водители, бульдозеристы, крановщики, швеи, продавцы и медсестры. Помимо трудоустройства, центр проводит обучение по 37 специальностям. Ежегодно этой возможностью пользуются более 900 человек. К сожалению, я устроиться на работу пока действительно не могу никак. Вот решил не терять зря времени, выучиться на права. Все четко, наглядно объяснили. Очень пока что мне здесь нравится. Родион Архипов, Андрей Спиридонов, Республика.